Ассаламу алейкум. Дом. Милый дом. Нихуя у тебя вещей, блядь, ты откуда? А в деревню уехал или, блядь, куда? Приятно сюда вернуться. Ну ладно, хорошо, спасибо большое. Новая заставка, ну-ка. Girl, I sang, girl, I sang, would lead our way. Will you and me, we'd run away to be. Нихуя на, блядь, там акробат ёбаный. Отсус. Отсус. Бля, у неё отличная суперсила, я вам говорю. Если мне в чат 400 рублей прилетело, зайди на мой стрим, по возможности киньте донат, очень нужны. Ты мне, чувак, ты, спасибо большое за 400 рублей, ты мне скидываешь 400 рублей и просишь, чтобы к тебе кто-то зашел и задонатил. Какой нахуй смысл, братан? В чем, блядь, смысл? Да, у него вообще-то, да, сила подогрева, она чай подогревает, бля. Просить бабло кидать надо сам в ахуе. Хорошее настроение. Ебать, у них штатив скрипит, бля, я испугался, думаю, ко мне кто-то вломился. Настроение. Бля. Да. Только вот жаль, что с девчонками поссорилась. Может мне позвонить? Например, Алёне. Ай, была не была? Звоню. Я тоже такой домой прихожу. Ой, наконец-то я дома, типа. Сажусь за компьютер. Ой, как хорошо сидеть за компьютером, типа. Очень хорошо, спасибо. Сижу такая. Может мне парня позвонить, девчонкам? А где мой телефон? А вот он. Сейчас, да, звоню, алло. Сейчас, наберу номер. Типа, с кем ты, блядь, разговариваешь? Они меня уже давно простили? Конечно, простили. Уже столько времени прошло. Да, сам Малик, мы звоним, бля. Наверное, соберись. Все, звони. Давай. Алло, ассаламу алейкум. Алло. Алло. Алена? Ты, блядь, Алена. Привет. Лера, Лера, это ты? Нет, это не Лера, блядь. Да, я. Это, блядь, да. Пошла нахуй, меня... Я так рада, что ты вернулась. Отсус. Я так волновалась. Отсус. Кстати, как съездила, расскажешь? Я хочу услышать. Отсус. Больших подробностей. Да подожди, 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 да, сюда слушай, бля. Да, поехали киоск хорошо. Бомбить. Ну приходи. Бля, опять конференц-связь. Почему они конференц-связь постоянно? Я тебе скажу, что там было. Алена, Лера, алло, поехали киоск бомбить. Все, я уже бегу. Давай, блядь. Сейчас мы пойдем там погуляем, бля. А, бля, мое ухо. Алена, привет. Привет, я так рада тебя видеть. Я тебя тоже очень сильно. Развивайся, проходи.
Да, саму алейкум, заходи. Я слышу, как батя у них пищит постоянно. Ой, пищит, да, вздыхать тяжело. Ну так что, все получилось? Ты победила бабку? Ну, понимаешь, это была не совсем бабка. Как это? Это что, был дед? Да нет. Ладно, слушай, все в порядке. Был шторм. Был очень страшный шторм. Это ужасный шторм. Фу, было жутко страшно. Дождь, ветер. Тучи были просто черные. Ну, просто конец света какой-то. Потом оказалось, что в прокате машины будут только через 2 дня. Ну что же мне делать? Пришлось мне взять клевый новенький байк. Чё, блядь? Типа, был шторм, но прокат машин не работал. И поэтому я взяла себе байк. Во-первых, нахуя байк в шторме, во-вторых, где шторм, блядь? В-третьих, почему ты с байкерами едешь, а не одна? Они её, блядь, толпой ебали, наверное, где-нибудь около костра, блядь, в лесу. Что-то у меня там борода выросла. Что? Так вот, добралась я до леса. Ебать, он нахуярный чем-то. Знаешь, миленькое там местечко, дом красивый, озеро рядом. Так. Там на озере я нашла тотем. Что ты нашла? Тотем. Ты что, не знаешь, что такое тотем? Блядь, че... Почему второй сезон намного уёбищнее, чем первый? Типа, что это за хуйня? Ладно. А потом оказалось, что тотем не один, а их 2. Но потом пришла бабка. Грамотами хвастается, смотрите, бля. И украла у меня их. И мне пришлось идти в очень жуткий и страшный лес. Но да там поляна... вообще не боялась. Поляна около дома была. Я же Лера Лович. Куда мне бояться? И самая смелая. И, честно, я даже сама от себя не ожидала, что я буду такая смелая. Нихуя так же бегаю, когда... Ладно. Ну вот. А потом я не знала, что мне делать. Пока не познакомилась с одним... Дань, не в курсе, тебе инвалид с 400 рублей сдонатил, он парализован, зайди посмотри. Какой смысл ему донатить? Давайте зайдем, конечно. Я не могу, блядь, зайти к нему на страницу. Скиньте мне его ссылку, пожалуйста. Бля, его Дагер забанил. А, удалил сообщение. Я не могу к нему на канал зайти. Дайте мне его канал, пожалуйста, кто-нибудь. С парнем? Ну да. Байкером. Симпатичный такой. Ей? А, это девушка. Ну дайте мне ее канал, я не могу зайти. А вы кто? Вы можете ссылку сюда кинуть? Ну, вообще, мне ему понравилось. Хорошо, давайте так сделаем. Скит. У него была такая шикарная яхта. Как мы плывем туда, в такую даль, нам такой малюсенькой лодочке, да еще и на веслах? Мы на ней плавали на остров. А, я понял, она, короче, все пиздит, типа. Фу, пиздоболка, блядь, совесть имей, нахуй. Лера, ну а что с бабкой-то? С бабкой? Да. А, ну, понимаешь... Это была не совсем бабка.
Ну а кто? Ну как бы тебе объяснить? Объясни уж как-нибудь. Потому что вся твоя история какая-то странная. Ты уверена, что ты мне не врала, не преувеличивала? Да у тебя, блядь, фамилия Отсус, ну, нахуй. Нет. Тебе все уже врут, лишь бы что ты... Ладно, если все. Если не преувеличивала, то... Саму пусть. Слушай, давай серьезно. Расскажи мне все, как на самом деле было. И без всяких там парней с яхтами. Блин, ладно. А, в общем, дело было так. Бля, музыка классная. И сколько это продолжается? Бля, второй сезон они сняли намного хуже, чем первый. Как так, бля, как так получилось, нахуй? Целая серия, прикиньте, на это. Сейчас я... Две минуты. Сейчас я вам дам повод для дрочки, а потом мы снова почитаем. Так значит, бабка, это ты? Я не знаю. Да. Это же будет очень смешно. И что самое неприятное в этом рассказе, это то, что мне пришлось себя убить. Я кто-то воду офигеть тащил? У нее, бля, а там... А после тебя пропал, да? Ну, тут такая фигня. Странно. Ты ведь должна была лишиться силы и хвоста. Да я и сама удивилась. Слушай, а почему ты думаешь, что Наглера умерла? Ну, она кричала. Говорила, чтобы я не смела делать этот огромный ледяной шар. Она боялась. Пузырь, блядь! Это не шар, это пузырь, нахуй. Точно это знаю. А потом она упала в воду. А! Тотемы соединились в один цветной. А их было два. Значит... Я. Это и вообще похуй. Она такая сидит, знаете, типа, когда тусишь чуваками, и один постоянно рассказывает какие-то истории, которые тебе вообще не интересны. И она тебе рассказывает такой... Думаешь, блядь, как бы съебаться отсюда. Она тоже, смотрите, вот тупо на нее. Сейчас можете ее не слушать, я даже выключу, смотрите. И смотрите, вот на нее. Типа такая, бля... Ебать, бля. Да, бля... Как бы съебаться, когда он закончит уже. Бля, охуенно вообще. А покажи мне, как выглядит цветной тотем. А, сейчас. Он в шкафу. Его спиздили, отвечаю, смотрите. А, нет, я забыла. Он не в шкафу. Он в столе. Ты только что приехала, блядь. Откуда ты, когда ты успела положить стол, блядь? Ага, цыбучка потеряла. Странно. Когда закончишь стрим, он уже, по идее, должен был закончиться, но... Шкаф. Ну, сейчас последнюю серию досматриваем, донаты досчитываем, да, уходим. Конечно. Ладно, отдыхай, а мне пора домой. Завтра созвонимся. Да, давай. Да, ассаламу алейкум. Ебать, её наебали сейчас, нахуй. Отсус. Бля, Отсус прогнала, ну. Сейчас опять. Все, неудачный кадр, все. Да, бля, вся серия какая-то неудачный кадр, сука. Че скатывается сериал, нахуй? Сука, неожиданный, ну, пердёж, так смешно. Музыка,